Скажи, ты будешь писать? Да! Буду. Чего мне за него отвечать? Он меня что-то под статью не подвел, а я тут за него пыхти. Лариса Удовиченко помнит миллионы отечественных телезрителей. Многие знают ее как Маньку Облигацию из «Места встречи», другие помнят как Люсю из «Самой обаятельной». Но в последние несколько лет Удовиченко не появляется на светских мероприятиях, про нее не пишут СМИ. И пока поклонники удивляются, куда пропала любимая артистка, журналисты ее нашли. И не где-то в Подмосковье, а в Ницце. Первый раз Удовиченко снялась в кино, еще будучи школьницей. Когда ее зовут на съемки сейчас, она соглашается. В прошлом году она приняла участие в 4 проектах, а в этом году готовится к производству еще 2. Артистка не раз признавалась, что ей повезло с карьерой. У нее есть признание и хорошие роли, а вот в личной жизни она так и не заслужила свое счастье. 3 раза Лариса Ивановна выходила замуж. Первый брак с Александром Панкратовым Черным был фиктивным. Потом она вышла замуж за режиссера Андрея Ишпая, но они быстро развелись. 3-й брак с пианистом Геннадием Болгариным мало того, что не принес ей счастья, а доставил ей немало страданий. Актриса считает, что все это потому, что Болгарина она увела из семьи, поплатилась. Удовиченко родила в этом браке дочь Машу. Но у Геннадия была и другая любовь. К азартным играм, а также другим женщинам. Однажды Болгарин проиграл настолько крупную сумму, что ему пришлось сбежать за границу. В это время Лариса с ним и развелась. Боялась за свою жизнь и жизнь ребенка. А новую любовь она так и не встретила. Сейчас любимой артистке 66 лет. Замуж она больше не собирается. В эфире программы «Ты не поверишь» она призналась, что ощущает в последние годы нехватку денег – и из-за этого соглашается играть любые роли. Даже, как она выразилась, сыграла бы табуретку. Неудивительно, что денег нужно много. Она обосновалась в квартире недалеко от центра Ниццы и на родину приезжает только для съемок. Плюс ко всему, актрисе приходится обеспечивать свою дочь. Мария, которая уже 34 года, внуков маме пока что не подарила, да и вообще с профессией не определилась. Она училась на экономиста, потом начала изучать в Милане модельное искусство. После этого решила стать актрисой, но снялась только в одном эпизоде. А в данный момент она учится в Италии на режиссера. А какая роль Ларисы Ивановны у вас самая любимая? Пишите в комментариях. Спасибо, что посмотрели наше видео. Удачи!